Видновчанка Галина Щавелева 18 октября стала многодетной мамой. Третий ребенок в семье, дочка Евгения, родилась в срок, но с обвитием пуповины и после рождения самостоятельно не дышала. Была оказана адекватная помощь в виде искусственной вентиляции легких масочной. Мы дождались появления активного дыхания у ребенка. Сейчас малышка чувствует себя хорошо и готовится к переводу из отделения реанимации. Роды были достаточно тяжелые, мне кажется, самые тяжелые за мою жизнь. Вот. Но я очень благодарна врачам, сестрам, которые помогли. Каждые 3 часа я могу видеть своего малыша. Вот в последнее время даже могу прикладывать его к груди, кормить. Чему я и безмерно рада. Сейчас в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Видновского перинатального центра лежит 17 детей, из них 11 недоношенных и 5 с экстремально низкой массой тела, то есть меньше килограмма. Здесь также выхаживают доношенных малышей с различными нарушениями жизненно важных функций, например, с врожденной пневмонией. Сюда попадают не только маленькие жители Ленинского городского округа, но и новорожденные из других городов Подмосковья. Большинство, конечно, это недоношенные дети. Это дети, которых мы любим и обожаем. Вообще все, естественно, анестезиологи, реаниматологи, которые работают в отделениях неонатальной реанимации, они, конечно, болеют этим возрастом. И в нашей специальности остаются только те. Это особенный, конечно, возраст. Его надо любить, его надо понимать. Кстати, самый маленький пациент отделения весил всего 450 граммов, но под присмотром врачей малыш смог начать самостоятельно дышать, вырасти и набрать положенную массу. Как только дети начинают самостоятельно дышать, они сразу же переводятся в отделение патологии новорожденных, где дальше уже выхаживаются до доношенного срока и выписываются домой. В прошлые выходные анестезиологи и реаниматологи отметили свой профессиональный праздник. Многие из них встретили его на своем боевом посту. Ведь работа отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных не должна останавливаться ни на минуту. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.